Ребятки, всех приветствую. Одесса. Пляж на Малом Фонтане. Такая тут сегодня обстановочка. Люди есть. Но людей очень мало. Помните, да, сколько было раньше? Ну, как раньше, в начале лета. До ситуации на Каховской ГЭС. Купается 3 человека. Ни много, ни мало, но купаются. Водичка чистая, так и манит. Я не знаю, самому так хочется покупаться, честно вам скажу, но вон еще один человек плавает. Но не хочу рисковать. Не хочу. Подожду еще чуть-чуть. Смотрите, какая чистая вода. Просто как в каком-то бассейне, я не знаю. Чище не придумать. Надо хоть ноги зайти помочить, а то прям обидно. Красота.